Всем добрый день. Захотелось мне соленой красной рыбки. Поехали вчера в магазин, хотела купить киту. Но киты уже нет, все, рыба уже отходит. Теперь будем ждать свежий улов. Это где-то в сентябре, в октябре. Купила горбушу. Почистила ее металлической щеткой. У нее мелкая тут чешуя, быстренько хорошо почистила. Пока руки сухие, помыла, приготовила тут камеру. И приготовлю сразу смесь, чтобы солить. Где-то столовую ложку соли, 1,5 столовой ложки сахара, перчик черный молотый, немножко сделаю на кончике чайной ложки, перемешаю. Ну и теперь буду что делать. Горбуша у меня оказалась с икрой. Когда покупала, вот так вот рыбка, смотрите, вот так вот ровно, да, это, наверное, мальчик. А когда вот так вот, смотрите, она вот, вот эта часть головы загибается, я еще подумала, ну, наверное, с икрой. И правда. Разрезала. Сейчас достану икру. Ой, ну какая прелесть, посмотрите. Обалдеть. Ну, теперь дальше буду чистить. Обрежу голову, хвост. Это потом пригодится. Я люблю просто сварить и есть головы. Так, хвост. Хвост Софийки вон крутится. Чё моя лапочка? Сейчас я ей вот так вот косточку удалю, все порежу, ей дам. Мяукает. Ну, это пойду под краном вот так вот почищу руками. Вот это вычищу все под краном, под холодной водичкой. Мяукает. Тут еще печенка кусочек. Мяукает моя Софочка. Вот так вот ей миленько. Эту косточку внутри удалю. Гладит меня по ногам, так приятно он крутится шерстью своей. Ладно, выключаю камеру, не буду занимать время ваше. Разрезаю вот так рыбу напополам. Надо было мне ее полумерзлую все-таки разделывать, я до конца ее разморозила, когда она мягкая, неудобно ее резать. Есть пораненная у меня рыбка. Ну и все, сейчас вот так на пластике порежу и посолю. Вон Софийка чмокает рыбку. Как раз вся смесь у меня ушла. Вот так под блюдечко и в холодильник. Ну, наверное, 2 дня будет солиться или 3. Наверное, 2. Я не вытерплю, уже буду пробовать. Ну, теперь икру. Вот так вот, кажется, там нету волокон. А вообще есть. Вот эта вот пленка, она потом... И вот так она сложно убирается. Рвется. Вот она тут вот снизу, вот. Ее не получится снять. Рвется. Вот она. Немножко помучаюсь. Там вилкой поколочу. В общем, надо ее хорошо, наверное. Так разделю. Придется колотить вилочкой. Выколачивать вот эту оттуда пленку. Сейчас попробуем. Как-то у меня, где же была икра-то, в какой рыбе, в камбале, там я быстренько выколотила эту пленку.
вообще, наверное, вот так вот надо икринки отделять, И пленка сама собой должна выколотиться. Ладно, пробую. Вот одну выколотила. Все-таки неудобно немножко. Тут вот еще куски. Сильно давить не надо, чтобы икринки не лопались. Тут кучкой взялась, это там пленка. Вот она. Ну, получается, вот так вот все-таки надо размешивать. В этой стороне вот уже нету. Вот Гусман. Его выколотить надо, вот тут выколотить. Вилка, я не давлю, я как бы ее махаю, не придавливая к тарелке. Вот кусок. Вот она. Вот так вот. Убираем ее. Ладно, на стол. Чашечку не приготовила. В общем, надо поработать. Ладно, надо трудиться. Даже белок он появился. И на вилке также было. Посолю где-то, наверное, вот так вот. Пусть будет пол чайной ложечки. Соль у меня вот эта крупная. Ну, конечно, не как в магазине, все равно пленочка. Много пленки. Казалось бы, в таком кусочке, да, с одной рыбы. Все, тоже в холодильник. Усолится. Друзья, ставьте лайк под этим видео и не забудьте подписаться. Ну а я буду заниматься сладким пирогом с брусникой. Тесто я поставила сдобное, уже два раза подошло, но это уже совсем другая история. Всем всего доброго.